Et pas dans nos yeux. Et t'as appelé Thierry. Comme t'as dit, elle est fière. Tu ne passes pas, t'as appelé Thierry là. Comme ça, je te donne. La Titinia. Ça peut se battre. Его сильно, как видно. И режем только. А так квартал 100% Golden Delicious. Old. Похоже на ретина пинца сорт Арника. Темно-красный. Żona Gold, 2 lata temu sadu, tak to około 20 maja 2016 roku posadka ta była zdziwana, tu około 5 hektarów i to, że tylko Arnika, 100% Arnika, apelicjel. Jest apelicjel i na 2 god on już хорошо płodonosił. A w tam gadono pakać cwiecienie, widno, że to cwiecienie w хорошym качестве. No, jak pójdzie to opylenie, jak pójdzie to zawiaska, no, smotrim, budem smotrzeć, co, jak nada pomagać. Sietku od zajca tylko w начале цепляют, da? Da, da. Не убирают, да, сколько провисит, столько провисит. Это сетка с дырками, как видно, она не мешает, есть воздух, так что штамп сухой. Важно, чтобы были опылители. Потом можно все сформировать, так что он не должен нам терять. Места не оставляем. Просто между, да? Просто между. Через сколько деревьев? Для Джона Голда надо 10%. Каждое десятое дерево должно иметь, должен быть апелитель. Если будет до 15%, то еще лучше, потому что Джона Голд, он сам не апелитель, он сам... Не самоопыляемый. И сам, да, он триплоид, так что тут есть проблема с опылением. Тут была посадка саженцы однолетки, разветвленные. Pobiegów była 5 czy 7 bakowych pobiegów. No zresztą tu widna stołka była. Ja tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pobiegów. I tu niebalszoj pasmoj. Tak, że takimi sarzęcami, czyli jednoletka z rozwietlonej kroną. Tak, że tu to, co można zdziałać na 30. Jak widno, posadka 3,5 na 1 metr. 3 na metr, tak? 3,5 na 1 metr. A, 3,5. To już na nie wniosło. Mniejsze. To już to ważne. Ważne to pałki w sadu. Sarzeniec my możemy zawiązywać do pałki gdzie ugodna, nie gdzie prawołka, tylko gdzie my chcemy. I on idealna priamo. Jeśli sarzeniec idealna priamo, tu nikakich problemów nie jest, że nam cieriaje te prawołka o lidera i potem idą balizmy. My przywiązywałem do pałki, a nie do prawołki. I wszystko wisi na pałkie i nikakich powrzeżdżeń od pałki nie jest. I drzewo zdrowe jest, хорошо. A tak, silne powrzeżdżenia, ja widział mnoga sadów, gdzie tu, w tym miejscu jest silne powrzeżdżenie, потому что wiecier, nagruzka, mnoga płodów i wszystko
работает на проволоке и повреждает кожу. А потом в этих местах идет пезикуля, неонектрия. Это нехорошо. Третий год, да, получается? Да. Три года. Какой сорт? Камспур. Семьи Red Delicious. Посмотри, что тут есть. Последний квадрат земли. Сам песок. Угу. Сильные споры. Металлическая палка или бамбук. Просто 100% сада на схема. Одна или две проволоки, потому что одна проволока может не выдержать. Это типично для сада проволока. Если очень большая нагрузка, выше 40 тонн из гектара, она может не выдержать. Потому две проволоки. Там дальше видно, что сад, как бы дерево повыше, потому что тут только хвойный растет. Раньше никто не говорил, что тут сада не будет, пока капельки не было. Так что тут есть только чистый песок. Видно, где начнется лучшая земля. И тут пришли старый сад. Этому саду выше 30 лет. Я тут был уже. Да, да. И он постоянно подоносит. И не видно выпадов, да? Нет. Это на полукарликах 26-6. В прошлом году, когда цветы промерзли, был меньший урожай, только 58 тонн. Средняя из этой площади. Тут около этого сада осталось около 7 гектаров. А как? Вообще не было выпада вот за все время. Я смотрю, все взрослые деревья, молодые. Все чисто. Но видно, что... Как такое возможно? И тоже при посадке вздутия были, все было, так что не от этого качества сада зависит, але это надо учиться. Как работать в саду, чтобы было качество, чтобы выпадов не было, чтобы... Это долго работа и учеба. А какой подвой тут? 106 и М26. Потому что первый сад был посадка 4,5 на 3, а потом через 2 года подсадка была саженцами на М26. И каждое второе дерево есть на М26 и на остальные на 106. Я понял.